Всем привет, постоянные зрители моего канала, конечно же, видели мой питбайк KA140, я даже снимал на него обзор, можете посмотреть. Вот, я делал одну странную вещь, я его каждый день поливал зачем-то, сам не знаю почему, но это, как ни странно, дало результаты. Та-дам! Да-да, он вырос и превратился в KA-T2. Продолжу поливать его, может вырастет до КТМ. Но это, конечно же, шутка. Я думаю, вы все поняли, что это шутка. Фитбайк 140 я продал и купил эндурик KA-T2. Это новая ступень в моей жизни, такой, так сказать, лайф-апдейт небольшой. Продолжайте смотреть мои видео. Пока-пока.